Что вы знали? Это самый большой секрет. Мы сейчас в начале урока это сказали. И я опять хочу повторять и сказать. Надо знать один вещь. Вся эта жизнь. Ты хочешь иметь чудеса? Ты должен знать. Только один вещь. Один вещь. Закрой рот. Самый большой секрет в мире. Самая большая сила. Это закрыть рот. Это не только быть скромным. Это не только просто так закрыть рот. Это когда ты закрываешь рот, ты внутри говоришь: Бог, спасибо, что так стало. Бог, спасибо, что так не обидели. Бог, спасибо, что так не тяжело. Это закрыть рот. Не надо быть плаксун. Не надо плакать. Не надо всегда: мне тяжело, мне. Кто говорит: мне тяжело, ему будет тяжелее. Тебе кто-то сказал что-то, какой-то секрет, не надо рассказать кому-то, что ты был всегда неман. Закрой рот. Когда есть в Мегилат Эстер, мы только ее почитали, это не анекдот, это не смешно, может быть, это будет смешно, но так и есть в жизни. В Мегилат Эстер есть один вещь, что он ненормальный. Один вещь, что он... Вы знаете, в жизни это не так. Мы знаем, есть клал, йоце мин клал. Всегда есть что-то, что не как все. Вы знаете, что есть в Мегилат Эстер, что он непонятно, что он в жизни не так. И там это не верится, что такое вещь есть. И извините за правду, тут моей сестры. В Мегилат Эстер. Есть там одна женщина, что она закрывает ее рот. Это не смешно. Так есть в жизни. Ахашверош Амелех, царь говорит: ну скажи мне, откуда ты? Кто твой отец? Кто твой дядя? Откуда вы? Эстер шотекет. Эстер не открывает рот. Мордехай Иудей сказал, что ты твой рот не открыла, что ты знала весь этот мир, это твой рот. И она закрывает ее рот. Когда женщина не открывает ее рот, она все может достать. Твой муж тебя обидел, закрой твой рот. Не открывай рот. Плачь, Бог, он меня обидел. Пожалуйста, помоги мне. Не надо бегать к родителям. Потом у вас будет мир. И твои родители его не будут навидеть. Ты должна быть умная. Да, он не прав. Он так ругает и тает. Он не прав, надо. Но ты закрой рот. Что-то там непонятно в доме? Закрой рот. В дом, что есть, в этот дом, что ругаются, и есть драка, Бог выходит. Осе шалом бимромав. הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. בוג נחוד יצא, יבוא עם יתה שלום. רק יש מירון טעם. יש לי תבוא ימוש דיבר רוגעית. היא פרק ליניה איתי, תודה, תודה. בוג וחודית. יש לי תיסי קריבה ישרות? תימוש זניסתי בוג נזת. היא בוג גברית מירה זמירה. יש לי תבוא יתה יצא, גדית השס נעוליצה. נחוד יצא, גדית הנעוליצה. И ты меня занесла домой, я его занесу домой. Если у тебя родители уже не живы. И ты меня занесла домой, ты закрыла твой рот, когда тебя обидели. Да, ты права, он не прав. Бог говорит: мира за мира. Ты меня занесла в этот дом, ты принесла мир. Я возьму твой отец от ад, его занесу в рай. Только за тебя. Только за это, что ты закрыла рот. Мои братья, если вас обидели, и вы поняли, что это от Всевышнего. Бог меня обидел, да. Это больно. Но это все подарок от тебя. Ты хочешь меня почистить. Это боль, это кровь, что у меня сейчас течет, она горит.
Бог, ничего, я этот кровь даю тебе подарок. Только что ты мне этот кровь почисти, а? Когда ты хочешь что-то почистить, ты должен, что он стал кипяток, лехамем ото, лехамем. Кола зе, аколь йоце. Да, мой кровь сейчас кипяток, да. Горит мой кровь, но Бог, я не отвечаю. Я закрываю мой рот. До этого времени ты от меня ушел, потому что я грешник. Но сейчас я решил быть с тобой. Верит, что так меня обидели, так на меня так сказали, так мне. Бог, я верю, что это все от тебя подарок. И за это, что я верю, что ты его послал. Он никто. Ты его послал. За тебя, Бог, да, да, ты, Бог, ты Всевышний. Ты его послал и для тебя, потому что я верю, что ты его послал. Я не нервничаю. Спасибо, Бог. Бог вернется к тебе. Ах, это вера и доверенность. Цадик Ашем бехол драхав. Вехасид бехол маасав. Все, что Бог делает, это правильно. Цадик Ашем, Бог цадик. В каждой дороге, что Бог выбрал для тебя, это для тебя. Вехасид бехол маасав. Бог хасид в каждой вещи, что Он с тобой делает. Только ты должен понять, сказать спасибо. А, был человек, у него было, ему было тяжело. Тяжело ему было. Очень, 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 очень. И почему ему было тяжело? Вы знаете, когда кому-то тяжело, почему тяжело? Потому что Бог ищет, кому ты бегаешь. Кому ты идешь? Кого ты ищешь? Да, сейчас я тебе принес испытание большое. А? В чему ты? Мата, бемата, мами. Куда ты идешь? К раввин? Получил благословение? Его благословение лучше, чем моя благословение? Ты что ищешь сейчас, а? Кофе? Что ты ищешь? Карты это? Кто-то что тебе там откроет? Почему ты не ищешь меня? Я дал болезнь, и я даю таблетку. Когда у тебя было хорошо, ты знал, что это от меня. А, Бог, спасибо. И когда сейчас тебе тяжело, почему не Бог, спасибо? Ах, вы знаете, ах, 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 это сод, это сод. Когда придет Машиах, вы знаете, кто будет держать стакан? Шелкидуш? Кто будет держать стакан Шелкидуш? Кто будет кричать «Саври Маранан»? Давид Амелех. Ах, когда придет Машиах Циткену Бимера Биямену, будет держать стакан Давид Амелех. Давид Амелех будет кричать «Саври Маранан» и все, Авраам, Ицхак, Яков, Сарар, и все. Все наши отцы, все наши цадиким, весь мир, кто будет в этот дня? Будет кричать «Лехаим». И Давид Амелех будет держать стакан и сделать кидуш. Вы знаете почему? Вы знаете почему? Потому что когда Бог принес к Давид Амелех самые большие испытания, самые тяжелые дня, самые черные дня, его сын бегает, хочет его убить. Шаул Амелех. Тесто за хочет его убить, все хотели его убить, все его ненавидели, все на него, ух, такие слухи вытащили, такие вещи на него сказали. Ой, что ему не, ой, какие вещи ему сделали. Ах, Давид Амелех увидел только черные дни. Давид Амелех увидел только страдания, только бы, и он не беспокоил, ах, он был с отдых, у него было, у него был покой в сердце. Бог, ты со мной. Что ты на меня не поставишь? Что ты на меня не будешь кидать? Бог, только меня не оставляй. Это Давид Амелех. Коло дани хая не ашир леха. Если ты меня оставил живой, я могу еще разговаривать, петь песни, я буду тебе петь. מזמור לדוד השם רואי לא יחסר בנות אשר ביצני מזמור לתודה ריו קשתי תמנה שס דר ודר בוג יתי בן הפישו שס נובי פסניה אישה עד נפסניה בוג
Еще одно слово, еще один спасибо. Дай мне еще один день жить, Бог. Дай мне еще. Но дай мне только шанс тебе сказать спасибо. יש שכר לפעולתך. אל תקרי שכר, תקרי שער. Что вы знали сами, сами важно в жизни? Спасибо. Закрыт рот. Бог, спасибо. Это мой тикун. Так я могу исправлять. В нашей жизни пишет Рабби Нахман. Есть очень много болезней. И сами болезнь, это болезнь, это в кровь. Наши хахамим пишут, будет один болезнь в конец мир, в конец дня, באחרית הימים, что этот болезнь только за один большой грех он будет. Этот болезнь будет зависеть от крови. И от этого места, что ты грешил, вся тело будет болеть. Вся тело будет болеть. Вы знаете, какой болезнь сегодня есть? Называется «Ло алену». А, сартан, рак. Вы знаете, почему есть рак? Так пишут наши мудрецы, так пишут наши рахами. Этот рак приходит на человек только потому, что он грешил с его тела, с его красота. Она грешила с ее красота. Она вытащила ее волос показать всем. Самый большой грех. Если ты замужа, ты обязана поставить косынка. Ты обязана покрывать твой волос, твоя голова. Вы знаете, какой, когда человек болеет в этот болезнь, что первый вещь, что у него в тело падает, это волос. Первый вещь, что падает у человека, это волос. Пишет наши хахамим, пишут, שכל המחלה אשר באה בדם ובאיבר של השיער, בשיער. Ты грешил с волос? Будет у тебя все, волос падать. Ты грешила с твой кровь, с твой кожа? Твой кожа будет, химиотерапия что делает? Она сорепет. Что она делает? Тебе была сила сделать грехи? Сейчас ты будешь делать химу, ты будешь уставшая, уколи. Это мера за мера. Это не я пишу, извините. Не надо так на меня смотреть, это не я написал. Это наши хахамим, они это увидели. Мио хахам, а это нолад, кто умник, кто увидел, что будет уже рождаться. Они это увидели перед нас. Написано, что когда человек падает, когда человек бросает его внутри в песок, в землю внутри его, два вещи они остаются. Кости и волос. Кости и волос. Потому что кровь, сердце, эти органы, они грешили, не кости. Кости только они ходят после нашей охоты. Тебе есть охота, кто сердце, сердце шелха. Эх, омер Ашем, дайте мне два подарки. Глаза и сердце, если бы мне будете давать два этих подарки, глаза и сердце, вы будете мои. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сколько мы это не понимаем, когда мы будем это понять? Когда будем в больнице? Когда будем в наши уже последние дни? Только в этот день будем понять, что наш удар, что мы получили, это потому что мы грешили. Мы отвечаем один за другого. Что ты думаешь, если мой сосед больной, это может быть за меня? Если мой двоюродный брат больной, это может быть за меня? Вся Израиль это одна душа, что она и тхалка. Раздана, каждый получил его часть, это кусок, часть маленький. Женщина, что она вытаскивает ее волос, если она еще не замужа, она должна только ее собирать, что он не был так, как вы знаете, сегодня
А, как будто волос летит так. Это же тянет глаз. Это тянет глаз. Ты должна его собирать. Если ты замужем, ты должна его покрывать. Это вся благословение, что есть дома, это покрывать твоя голова, твой волос. Волос бибрит за сеар. Омер Акадош Баруху, омер это Мидраш, омер Азоар. Зоар Акадош пишет, женщина, ее красота, это внутри, это ее волос. Без ее волос, это нет у нее красота. И Бог хочет, чтобы мы наши красота покрывали. Сеар бибрит, это сеар, это шин, юд, айн, реш. Это шар Ашем, шар юд, шар Акадош Баруху. Бог говорит, Бог говорит, кто не покрывал ее красота, ее волос, не может зайти в мой ворот, не может сидеть около меня. И у меня только два места, рай и ад. Если ты не можешь зайти, Бог находится в рай. Что мы можем понять, если ты не можешь зайти ко мне в рай, так не, ты в другое место. Азор Акадош пишет, «Бегдал шехотет бесеара, иладим ктаним этим». Потому что ты грешила с твой волос, маленькие дети умирают. Они до 20 лет не могут. Ах, только за твой красота. Еврей, что он скромный, он потерял его еврея, он потерялся. Наши хахамим, они хотели. Одна женщина мне рассказала, 89 лет ей. Она говорит, я хочу жить только чтобы мой волос был еще один день внутри. А в косинка. Я знаю, что только за это, за еще один момент, я получу в следующий мир. Только за это я хочу жить, раб. Они знали, что когда человек делает Бога, он послушанный. Если Бог написал, он так и делает. Он не смеется на его Тора. Он не делает, что ему удобно и выгодно. Он делает, что Бог попросил. Он делает, что Бог написал, даже если ему тяжело. И кто Бога любит, ему никогда не тяжело. И вы знаете, Мидраш пишет, когда женщина любит, ей никогда не тяжело ничего. Ей ничего не... Все у нее, вау. Она может жить так маленький дом. Одна маленькая там комната. Кухня, дальше кухни нету. На, ничего. А где это? Суси, Морва, там они живут, а? Да, она там может жить с ним. На улице она будет с ним жить. Она будет спать на полу. И ей будет удобно. Потому что она его любит. Когда женщина любит ее муж, когда она его любит, ничего не тяжело с ним. Но когда она его не любит, даже если они живут в дворец, все ей мешает. Ничего ей неудобно. Да, это неудобно, тот неудобно. Ничего абсолютно неудобно. Потому что она не любит. Когда человек Бога не любит, ничего, что Бог написал ему неудобно. Все ему тяжело. Это потому что он Бог не любит. Наши отцы любили Всевышнего. Написано, שתי המוראים, רבי חייה ורבי יונתן. אך, זשלי, קלדביש. עדין סקזל דרוגו, סלושי, סלושי. תווי ציציות נאו ליצה, זה נסיך ביסטרה. סקזל פצ'מו, סקזל הלכה. אתה לועג לרש, תשעה סיך דרזדיש. סקזל פצ'מו. פתאמו שתה אני שעס נדיבי הסמוטרד, תווי ציציות. יעני עושת את מצווה נמוגו צבלודת. Не надо их дразнить, занеси их, руки, занеси их, внутри. Люди хотят, держать мицвот только когда поздно. Люди сейчас понимают, надо шаббат, надо тот, надо, когда уже поздно. Когда сейчас твой двоюродный брат, или твоя дочка, или твой сын, или твой мама, она сейчас лежит в больнице, сейчас не хочет, что раввин пришел. Дал благословение, почитал молитва, а Бог смеется наверх. Бог говорит, сколько я вас ждал. И сейчас вы раввин принесли. Я дал вам удар в семье, только что вы все вместе
пришли ко мне назад. Чтоб вы все вернулись ко мне. Чтоб вы кричали «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад, только ты Бог». Ты дал этот болезнь, ты дашь таблетка. Не надо сейчас пойти это туда, надо молиться ко мне. Надо кричать, если Бог тебе, а? Бог тебе так сделал, что ты так, а? Что ты падаешь так сильно. Что ты упал так сильно. Что ты такой боль у тебя сильный. Что такой удар ты получил. Удар за мака. Мака бегематрия за мем, хав, эй. 65, 65, 65, это 11, 1-1. Бог дал один удар, потому что есть один Бог. Когда ты получил один удар, кричи Бог. Не кричи никому больше. Я дал удар, что ты ко мне кричал. Что ты мне назад искал. Что ты ко мне опять пришел. Потому что ты мне оставил. И когда сын оставит, когда сын оставляет его отец, отец это больно ему. ואנחנו כבנים לאבא שבשמיים, כבנים לאבא שלנו. Наши отец, а наши отец, да? И Всевышний это наши отец, и наши отец, аба шел аба. Ах, על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי ולא מצאתי שלמה המלך פישית. על משכבי בלילות, אב נג'מי כדאי על ישו. А, бикашти я чава, я попросил от чава, что любит мой дух, и я не нашел. Аль мишкави балалот бикашти я чава навши, вело мацатив, я не нахожу, что я любил. Шломо Амелах говорит. Так Шломо Амелах пишет. А Бааль Шем Тов пишет, что это? Омер, что это отам, эле. Это все сейчас, кто лежат там на низ. И они уже знают правду. Они знают, что надо, что не надо, что можно, что нельзя. Они знают, что сейчас они вместе... Они, нету там адман больше. Адман это только тут. И сейчас им больно, что они больше не могут соблюдать мицвот, держать. Раби Иуда Анаси, я лохол я мяйн. Раби Иуда Анаси. Это... Почитайте наши вся Тора, наши вся Гмара. Кто это был Раби Иуда Анаси? Это сами это. И у него была болезнь в животе холи амиаин. Он не мог сидеть, он в туалет каждую секунду, он не смог ставить тфилин и талит. Почему? Почему такой цадик Бог ему дал такой удар? Потому что Бог пишет, я люблю мои цадики. Да, это мой цадик, он плачет, он хочет одевать тфилин. Он не может. Но я их люблю. Может быть, так один раз он покушал зелень. И там был маленький какой-то тулат. И там... Нет, все. Если он сделал маленький грех. Не народ, хас шалом, ло бахавана. Не народ, что хас шалом, ло. Он это не сделал специально. Он не увидел. Он проверил, но он не заметил. И там у него что-то зашло внутри в животе. Я сейчас дал ему болезнь, я хочу его почистить. Задали вопрос, Раби Иуда Анаси. Почему ты плачешь? Почему ты плачешь? Он говорит, я плачу, потому что я понимаю, что это мне мои последние дни. Но почему, вы знаете, когда человек умирает и плачет, это нехороший знак, так пишет Агмара. Почему ты плачешь? Что ты сделал? Он говорит, я не плачу за... На меня я не плачу. Я плачу на моя Тора, что я не смогу ее соблюдать. Я хочу ее держать еще мало. И Бог ему дал такой боль сильный в животе. Потому что Бог сказал, это мой цадик. Как я могу поднять наверх цадик, когда он держит маленький грех в животе? Я сейчас его буду почистить, это мой цадик. Я сейчас его буду чистить, и наверх он будет чистый. Да, ему будет больно мало на низ. Но у него не будет одна секунда, что будет больно наверх. Есть такие грешники, есть такие люди плохие, что у них 80 лет есть все. Один боль нету. Но 1000 лет у них будет боль без конца. כותב הראשית חוכמה רבי אליהו דוד אש תלמידו של הרמק לוצ'י שטו בול נניז בוסי מסלי את תיג'ולי שמדין סיכונדה נביך ופנימה איתי?
Вы понимаете, какая математика? Что люди, что умерли, что они знают и понимают, люди, что живы, не понимают и не знают. Это разница. Люди, что уже умерли, вы понимаете, что они понимают и знают больше, чем все? Эти, кто еще живут, не понимают ничего. Потому что они живут в этот обман. Они еще правда не знают. Но если они читали Тора, они соблюдали Тора, они тоже знали правду. Но еще никак, как они, кто уже не тут. А Гаон Мивильна, перед его смертью он плакал. Он держал талит, маленький талит, и начал плакать. Сказали ему, а Гаон Мивильна, почему ты плачешь? Это же нехороший знак, когда человек плачет в конец его моменты, секунды. Он сказал, я не плачу за это, что я отсюда ухожу сейчас. Я плачу, что я ухожу, я не смогу поставить на себе талит катан, за это я плачу. За это я плачу. И все начали плакать с ним. Гаон Мивильна сказал, когда мы теряем, мы понимаем, что мы теряли. Сейчас мы ценим, что, ах, сейчас я понимаю, что я потерял. Ах, сейчас я понимаю, что я потерял. Когда человек понимает, что он потерял, только когда он его... А, когда он потерял? Когда уже поздно. Только когда страдают, понимают, что я люблю и кого я люблю. Я сказал в мой урок в Ашкелон, бейврит. Мы такие, у нас такое... Это наше тело, это такая вещь, так, что находится в наш дух. Всегда, когда у нас есть какой-то боль, мы оттуда вытаскиваем любовь. Ты можешь 2-3 недели не замечать вообще, что ты вообще не дал вообще... Ты не был твой ребенок. Сейчас к тебе звонит, он упал, поломал руку. Надо на больницу, в больницу ехать. Бог говорит, я тебе этот момент дал, только что ты его любил. Потому что сейчас ты видел его боль, его слезы. Тебе стало больно. Тебе стало тяжело. Сейчас ты понимаешь, что это твой сын. Сейчас ты начинаешь его любить. Твой отец не увиделся несколько дней. Уже 2 недели, 3 недели вы не увиделись. Сейчас отец, мама звонит. Твой отец стал больной. У него нашли болезнь. А ты этот боль, вы стали близки. Ты больше к нему едешь. Ты больше с ним сидишь. Ты больше с ним бываешь. Что вы это знали, это так в нашей Торе. Это наша Тора, это правда. А ты этот вещь, что ты нашел боль, оттуда ты найдешь любовь. А где ты чувствуешь боль, там у тебя будет любовь. Сейчас ты получил удар в руку, да? Ты будешь ее любить, и от сегодняшний день ты будешь на нее смотреть, ты будешь ее... Все, больше не делай ошибки. Но когда она уже будет здоровая, все нормально, ты опять будешь... Ты это такой человек. Когда у него все есть, он делает грехи. Он на все вещи смеется. Потому что все нормально, Бог не мешает. И когда тебе никто не мешает, ты делаешь, что ты хочешь. Бог говорит, я тебе даю, это твой экзамен. Но ты еще со мной, ты еще будешь, ты еще доиграйся. Придет день. Это время, а, сейчас стихкало. Это кончится. Это кончится. И я начну, я буду начинать принести на тебя, царот бецрот. И когда я даю удары, они не кончаются. И они каждые 2 секунды, еще один. И они падают, как ракеты. Ты на мне смеялся? Ты знал, что я есть. Ты знал, что я написал тебе книга с законами, там все законы. Что, как, почему, а где, с кем. Но тебя не было удобно. А твой отец тебе неудобный, а? Я тебе туда сниму, я тебе туда спущу. Что ты будешь кричать, Бог, подними меня. Мима амаким каратиха, ше! Ты будешь что кричать? Сейчас ты потерял, сейчас тебе больно. Сейчас ты понял, сколько ты любишь. Сейчас ты понял, сколько тебе это не хватает. Но это было в твоих руках. Здоровье было у тебя, но ты с ней игрался. Любовь была у тебя, но ты с этой любовью игрался. Ты сейчас ее потерял. А сейчас ты ценишь, сейчас ты понимаешь, как я потерял. Был человек, инвалид, сидел на кисе, гаргалим сидел. И он все был так,
опухшими там, все у него там опухшие, все, он уже там был 200 чем-то килограммом, это была все вода уже. Он был такой больной, мискен, он, все у него так, все, такой, тут такой мискен. Ему сказали, тебе так тяжело жить? Он сказал, тяжело жить? Я хочу жить еще один день, еще два дня, до 120. Тебе не тяжело? Он сказал, да, тяжело. Но вы знаете, что это сказать 4 раза в день Шма Исраэль? Как я это жду, этот момент, сказать утром Шма Исраэль? Вечером еще 3 раз уже Шма Исраэль. И когда я уставший на кровать, сказать последний раз Шма Исраэль, я только этот момент жду. К Рав Шах зашел один человек. Ему сказали, 2 недели тебе остались. 2 недели. 2 недели у тебя остались. Он зашел к Рав Шах. Он сказал, Рав Шах, мне сказали, что 2 недели мне остались. Все, нет у меня больше, чем 2 недели. Что взять на себя? Что делать? Он сказал, возьми на себе хорошие качества. Скромность. Что ты был простой. Что ты был с глаза на низ. И только доброта делай. Потому что только это ты с собой возьмешь. Только это ты с собой возьмешь. Ты ни дома не возьмешь. Носки не возьмешь. Туфли не возьмешь. Абсолютно. Твои очки не возьмешь. Твой дверь не возьмешь. Твой машина. Все ты оставляешь. Хорошие качества. Быть скромный, простой, шфалрух, стеснитель и доброта, мицвот, Тора, только это ты возьмешь. Хахам лев и ках мицвот. Наконец, мои братья, чтобы вы это знали, и этот вещь поставите у вас в карман, и его не вытаскивайте, хас шалом, на карман каханов. בכל החיים שלכם, איפה אתם לא הולכים? В каждом месте, что вы идете. Не забывайте это. Мы сейчас читали, когда весь Израиль вышли от Египта. Все вышли. И все двери были открыты. Все бегали. Все взяли золото, деньги, бриллианты, камни. Все. А, вы знаете, что это сейчас? Банки сейчас открывают и кричут, давайте, заходите, и все, что хочете взять, возьмите. До этого, что не останется ничего. И все бегают и берут деньги, и золото, и брили там все, цепочь, все. Все абсолютно. И Моше Рабейну бегает тоже. Но он побегал принести Йосефа Цадик, его Арон. Моше Рабейну не побегал взять золото. Моше Рабейну принес кровать של Йосеф הצדיק. Йосеф הצדיק лежал в такая, коробка, ארונית. Он взял Йосеф. И он вышел с Йосеф на себя. Потому что Моше Рабейну был умный. Он знал, золото остается, бриллианты остаются. Но этот мицва будет со мной навсегда. Рав Галинский, когда стоял перед шаббат, он работал в такое место там, в Сибирь, и там сказали, шаббат надо работать. Тут все работают, особенно в шаббат. Рав Галинский стоял голый, в четверг ночью перед шаббат, голый. Только что быть больной. Он знал, если я буду больной с температура, хозяин меня не возьмет работать. Он скажет, тебе температура. Врач сказал, что надо отдых 2 дня. Рав Галинский знал. Лучше, чтобы не было температура в шаббат, но я буду ее соблюдать, чем буду ее нарушать. И у меня температура будет
а? До конец мир. В этот мир и следующий мир. Еще какая температура? Это наши отцы. Это наш этот жизнь. И эта жизнь, она только временная. Потому что все, что мы тут делаем, это для следующего мира. Люди не думают. Люди не понимают. Они же живут, они понимают, что мы родились, чтобы умирать. Так что, у тебя нету мозги? Ты не думаешь? Надо делать математика. Надо делать отчет. Что я сегодня делаю? И это, что я делаю, что я с собой беру? Это выгодно? Это правильно? Что это остается? Умный отец должен научить его сын сделать правильную математику. Я это рассказал много мои уроки. Я тоже тут вам это расскажу последний раз. Один отец был. Он взял его сын. Его сын он взял в покупки в супермаркет. Они сделали покупки, там все купили, купили, купили. У них много денег не было. 400 шекель, 100 долларов. Они пришли в кассу там, заплатили. 350 вышло. Заплатили и вышли. Они выходят. И там один бедный нищий стоит, говорит: извините, извините. Да. Я могу, я смотрите, у меня каждый, что вышел отсюда, я от него попросил масло, от того мука, от того сахар, от того соль, от того там, от того вино. Мне только перед шаббат, еще 2 часа шаббат. У меня только один вещь нету. Это 2 хлеба. Чтоб сделать амуци леха минарец, эней кол алеха ясаверу бэрев шаббат. Пожалуйста, помогите. Отец посмотрел на сына. Сколько у нас там хлеба есть? Он говорит: папа, я купил 5. Ты сказал 5. Сказал: вытащи, дай ему 2. Ах, он ему дал 2, он сделал большая мицва, да? Вы знаете, если я у вас, я, да, и мне шел עכשיו ככה, נכון, כמה חלות נשארו להם? Сколько хала у них осталось? Вы все скажете мне, вы нормальные люди, да? Вы сейчас подумаете, что я вас это задал вопрос, что вас как будто хас шалом каха запутать халом. Ну, если мне было 5, я дал 2, сколько мне осталось? 3. Но его сын был умный. Отец смотрит на сын, говорит: сыночек, ты знаешь, сколько у нас осталось, да? Он говорит: да, папа, да. Ты знаешь сколько? Он говорит: да, папа. Говорит: ну сколько? Он говорит: скажи ты, папа. Он говорит: сыночек, все думают, что остались у нас 3 хала. Но что ты знал, что ты никогда не забыл. У нас остались только 2 хала. Он говорит: как, папа? Он говорит: сыночек, 3 хала, что остались, мы покушаем. Мы это занесем в наше тело, это не останется. Но 2 хала, что мы не покушали, что мы отдали, это 2 хала, что они будут наши хала до конец мира. Сыночек посмотрел на отец, сказал: папа, я понял. Ты хочешь учить твои дети, как делать мицва? Ты должен им объяснить. Все, что осталось у нас, и мы пользовались это, и покушали, и это не наши. Но что мы дали другими? Мы помогли кому-то, сделали доброта. Это остается навсегда. Так делают математика. Математика не делает сейчас тут, в этот мир. Математика умный человек делает, что мне остается. Да, я прошел вся эта жизнь. Что я с собой взял? Я с собой взял мицвот, Тора, вера, доверенность. Доброта, что я сделал, что я помог, что я поднял, что я уважал. И самое главное,
что все, что Бог на меня принес в этот мир, все удары, что я получил. Я сказал Богу спасибо, потому что для этого я пришел. Эмунатха балелот, когда есть темнота и черный день, я верю в Бог, что ты мне еще дашь свет. Только ты Всевышний.